Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. За три месяца этого года в ДТП на дорогах Кировской области погибли 26 человек, более 400 получили травмы. Число автомобильных аварий, по данным госавтоинспекции, сократилось почти на 4%. Чаще всего летальный исход констатировался в авариях, связанных с выездом на полосу встречного движения и с наездом на пешехода. Трасса 101. С марта следующего года в России повсеместно собираются внедрить систему автоматического распознавания транспортных средств, на которой не оформлен полис ОСАГО. Это практикуется сейчас в некоторых регионах. Сообщается, что камеры смогут штрафовать не имеющих автогражданку водителей не более одного раза в сутки. Сумма взыскания 2000 рублей. Трасса 101. ГИБДД неожиданно дала рекомендации водителям, как поступать, если автоинспектор намекает на взятку. Алгоритм незамысловатый: звонить по 02, отвечать уклончиво, тянуть время, постараться сделать аудио- или видеозапись разговора. Руководство госавтоинспекции подчеркнуло, что противодействие коррупции и формирование негативного отношения к взяткам – это одно из приоритетных направлений деятельности полиции. Трасса 101. Рынок подержанных легковушек в нашей стране заметно оживился. В марте там зафиксирован рост продаж в 10 с лишним процентов. И неудивительно, говорят эксперты, новые машины стремительно дорожают, и людям ничего не остается, как прицениваться к автомобилям с пробегом. Наибольшей популярностью в начале весны пользовались подержанные «Лады». На втором месте «Тойота», на третьем – «Ниссан». Далее идут «Хёнды» и «Кия». Трасса 101. Говорят, таксисты опытные, видавшие виды, прожженные люди. А между прочим, среди них полно личностей суеверных. Например, каждый второй поучаствовавший в опросе таксист, сообщает издание «За рулем», не ругает свою машину во время смены, считая, что она может сломаться. Практически каждый третий возит с собой талисман или некий оберег. 11% извозчиков не пересчитывают выручку, пока не закончится их рабочий день. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.